Здравствуйте, меня зовут Денис Леонтьев, и я работаю на телевидении. Скажите, что вам первое приходит в голову, когда вы слышите слово «телевидение»? Новости, кино, сериалы, реклама, огромная аудитория, яркая картинка. К этой теме мы еще вернемся, а сейчас я хочу вам рассказать об одном нововведении. Это доска телевизионных объявлений на телеканале «Эфир» или просто теледоска.рф. Да, именно доска объявлений. Но только телевизионных объявлений. Зачем она нужна, спросите вы. Неужели вам никогда не хотелось поздравить своих друзей или родных, скажем, с их праздником? Креативно и ярко, так как они от вас не ожидают. Так, чтобы это заметили все их друзья, близкие и коллеги. Телевидение вам в этом поможет. Что уж говорить о телевизионной рекламе. Где еще ваши рекламные объявления увидят столько зрителей всего за один день? Согласитесь, такая аудитория – это серьезный плюс для вашего бизнеса. Объявления размещают как частные лица, так и организации. И не только с рекламой или поздравлением, но и любой другой информацией. Например, о потерянной ценной вещи, продаже квартиры или автомобиля. Причем подавать и оплачивать телевизионные объявления очень удобно. Через интернет, не выходя из дома или офиса, с телефона или компьютера, заходим на сайт теледоска.рф, создаем новое объявление, заполняем поля, выбираем даты трансляции, делаем фотографию или загружаем готовое изображение, вбиваем текст и отправляем. После проверки нашего объявления тут же на сайте оплачиваем трансляцию. С помощью банковской карты, без каких-либо комиссий, через платежную систему Яндекс.Касса. И уже на следующий день включаем телевизор и видим свое объявление на телеканале «Эфир», которое будет показано несколько раз в день, чтобы его увидело максимальное число зрителей. Кстати, вы можете продлить показы своего объявления тут же на сайте с хорошей скидкой, а также получить дополнительные скидки по промокодам. Информацию об акциях и промокоды ищите в нашей группе ВКонтакте. Там же масса советов и рекомендаций по созданию ваших объявлений. Надеюсь, теперь, когда вы будете думать о телевидении, в голове у вас всплывут слова «быстро», «креативно», «удобно» и «не выходя из дома». Да, именно так вы сможете разместить свою рекламу, сообщение или поздравление в доске телевизионных объявлений на телеканале «Эфир». Теледоска.рф. Объявление размещай. Капитал приумножай.